Сегодня делаем корректное отключение иммобилайзера на блоке МЕД-17.5 Passat B6 с помощью модуля 71 PCM Flash адаптера Scanmatic и программатора Tango. То есть мы отключаем иммобилайзер. Запускаем PCM Flash. Идентификация. Видим процессор наш 1766. Вот он у нас выбран. Читаем флеш. Блок МЕД-7.5, адаптер Scanmatic 2 и 71 модуль PCM Flash МЕДЦ-17 Bootloader. Флеш успешно прочитан. Оно я прочитала. Дальше читаем EEPROM. Теперь подключаем программатор Tango. Делаем IMO OFF в EEPROM, корректно отключаем не во флеш, а в EEPROM с помощью PCM флешера читаем флеш и EEPROM, и с помощью Tango делаем IMO OFF. Выбираем вкладку, загружаем EEPROM, загружаем флеш, декодируем дамп. Вот, пожалуйста, статус IMO. Не обучен. Значит, нам нужно сделать статус IMO OFF.
Делаем статус IMA OFF. ОК. И сохраняем дамп. Так и подпишем IMA OFF. Сохранить. Теперь проверяем статус. Загружаем еще раз EEPROM, уже IMA OFF. Затем загружаем флеш. Кодируем dump. IMA OFF статус. Все, теперь нам остается загрузить файл IMA OFF в блок. Поставить его и завести машину. Для этого открываем PCM Flash. Нам нужен только EEPROM. Делаем идентификацию. Все, блок подключился. Выбираем EEPROM, IMA OFF наш. И записываем. Все. Успешная запись. Теперь можно ставить в машину и заводить. Вот изменения, которые вносит Tango в дамп. Массу изменений. Это корректное отключение IMA OFF.